Приехали в Свистилочку. Сразу идем на обед. Потом будем осматривать территорию. Вот сейчас идем в ресторан. Меню, я так понимаю, будет порционное, поэтому буду вам фотографировать. А вон он, ресторан, кстати, прямо. Мы от ресепшена выходим и продвигаемся по территории ровненько вот по первой самой дорожке. В отеле, кстати, нет русскоговорящего персонала, но английский понимают очень хорошо, по-английски разговаривают даже очень бегло. То есть мы так группкой старались понять, что она нам говорит. Вот, смотрите, бар-ресторан. Пойдемте смотреть, там зона бассейна, потом посмотрим ее. Идем в ресторан. Hello. Вот у нас уже накрыт стол, и вот смотрите, с видом на бассейн. То есть по другую сторону у нас бассейн. Вот он у нас бассейн получается. И вот там вот дальше уже у нас с вами выход на пляж. Рядом с рестораном в отеле Свис есть бильярдный стол. И мы обходим с другой стороны его, в бассейн. Просто пойдем сейчас глянем, что есть на территории. Вот он, бассейн у меня по левую руку. А, есть второй бассейн. Сейчас я вам его покажу. Получается, мы движемся от ресторана мимо первого бассейна. И между вторым и первым бассейном есть детская небольшая площадка. Смотрите, какая площадка. Качели. Очень красивые, милые качели. И вот он, второй бассейн. Очень красивый. Хранятся матрасы. Смотрите, как очень миленько. Зонтиков, шезлонгов всего хватает. И дальше у нас идет территория. Идут разного рода бунгальчики. Размещение мы еще не смотрели. Пойдем смотреть номера, тогда я вам покажу номер. Вот такими домичками усыпана вся территория. Это если говорить про домички. Прямо перед нами. Вот смотрите, вот в этом корпусе располагаются все номера Deluxe. Как раз мы сейчас пойдем вот туда на первом этаже посмотрим. Там даже номер. Есть эти. Пока напротив покажу вам. Вот такая. Такая зона. Такая зона релакс. Не очень хорошо видно, но здесь плавает много рыбок. Очень красиво. Отель Свис Вилла номер Делюкс. Здесь нету балкона, но есть вот такая вот терраса. Столик, стульчик. Большая зона с зеркалом. ТВ-зона. Софа, тапочки. Шкаф у нас здесь. Халаты, зонтики, полотенца пляжные. Здесь все, в принципе, точно так же. Немножко вытянутая ванна. Все закрыто. О, здесь это делюкс. Здесь есть и ванна, и душевая кабина. Вот какой бонус.
вами отсмотрели пляж у отеля Swiss. Хороший вход, все как обычно. И здесь есть кайт-школа. Единственное, что я пока не подскажу, сколько по стоимости, но она есть. Вот мы с вами видели кайтеров, которые вот как раз-таки надували свой кайт и будут кататься, потому что волны очень такие большие, хорошие. Ребят, мы зашли в номер студию. Сейчас посмотрим, что здесь у нас полностью. Все есть: халаты, тапочки, пляжные полотенца, такая софа, тапочки, ТВ-зона, просто стол, стул, чайная зона, диван. Кстати, есть балкон. Тут он. Будем уже заходить туда. Вот, смотрите, все видно. Кстати, есть москитная сетка, это очень прикольно. Пойдемте глянем в ванную. Так, мини-бар. Мини-бар у нас есть. Смотрим ванную очень быстро. Значит, здесь душевая кабина, закрывающаяся со всех сторон, с поддоном очень хорошо. Унитаз. Фен есть. И ванная. Еще раз вам покажу бассейн у отеля Swiss. Сегодня большие волны, но здесь как раз-таки хорошо, обдувает ветерок. Такого сильного ветра нету. Отель Swiss Villa мне понравился. Территория небольшая, компактная, все понятно. О, кстати, я нашла теннисный корт. Вот он прямо за моей спиной. Мне очень понравился отель, очень милый, очень компактный. Все понятно, где что расположено, где что находится. А еще, ой-ой-ой. В ту сторону. Еще мы здесь пообедали. У нас был салат, брускетта, основное блюдо. Железная курица. Железная курица, спасибо большое. И йогурт был на десерт. Запивали все это чаем. Достаточно вкусно, съедобно, очень красиво украшено. Все фото будут лентой также прикреплены. Поэтому я рекомендую. Здесь большая категория по размещению. Это очень здорово. То есть вы выбираете то, что вам ближе. Все номера оборудованы всем. Wi-Fi летает прекрасно. Поэтому я очень даже довольна этим отелем. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.